Ранним утром с разных направлений в район сосредоточения начали прибывать боевые машины. Пора выдвигаться. Командиры руководят движением машин, размещая их в соответствии с их боевыми задачами. Мирные улицы этого района постоянно обстреливаются боевиками из минометов. Устранение этой угрозы – одна из целей предстоящей операции. Осторожно, стараясь не задевать автомобили, продвигается техника по городским кварталам, залитым первыми лучами солнца.
прибывают штурмовые группы. Последний инструктаж перед боем. Готовится к бою пехота. Наносятся последние штрихи на план взаимодействия танков, артиллерии и пехоты. Экипажи выводят технику на исходные позиции. Они пробираются среди зарослей и построек там, где раньше ходили лишь пешеходы. На наблюдательных пунктах последние приготовления. Наконец звучит команда вперед.
началась артподготовка. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.